И сегодня бренд Ларичи представляет вашему вниманию специальное и очень актуальное зимнее предложение по специальной и самой выгодной цене. Оленька, ни одна женщина не откажет себе в удовольствии примерить на себя стильную шубку. В свое время хочу добавить от себя, что сегодня эко-меха заслуживает популярность все больше и больше. С такими оборотами они набирают именно силу. А почему? В чем успех этих мехов? Мы расскажем вам в нашей программе. Кликова Анна, создатель бренда Ларичи, дарит вам сегодня возможность выбрать свою шубу. Называется это правильно — меховое пальто. Зимняя королева. Зимняя королева, так будут называть все вокруг именно вас. 5999 рублей. Это цена с максимальной скидкой за шубу от бренда Ларичи, плюс бесплатная доставка и, внимание, приятный комплимент и подарок. С наступающим Новым годом! Бренд Ларичи поздравляет вас. Несмотря на то, что сегодня они празднуют свой день рождения, юбилей 20 лет, они подарят вам сегодня шелковый платок и яркую брошь, которую мы вам сейчас покажем. Эти жемчуга придут к вам вместе с нашим нарядным меховым пальто. Итак, еще раз хотим сказать вам выгоду сегодняшнего праздничного приобретения. Стильная брошь из жемчугов, меховое пальто из каракульчи и шелковый платок. Вот такое великолепное трио для вас со скидкой в 3000 рублей и с бесплатной доставкой. Свет, но мне нравится, что сейчас каждая женщина может обнаружить еще и свой любимый цвет. То есть мы не один цвет представляем. Я уже выбрала для себя любимый оттенок. Называется он баклажан. Ты знаешь, Оля, хочу сказать от себя как стилист. Цветные шубы сегодня в цене. Вчера буквально со своей клиенткой я прошлась по магазинам и обратила внимание, что многие женщины просят консультантов именно цветные меха. Горький шоколад, коричневый цвет – это классика жанра. Такой цвет можно назвать универсальным. Для женщин, у кого шапки, норковые, береты коричневого цвета, подберите идеально меховое пальто «Зимняя королева». Угу. Черный. Ну, слушай, это классика жанра. У моей мамы есть черная каракульча, поэтому шубка очень напоминает шубку моей мамы. Универсальный цвет. И еще один очень популярный цвет – дымчато-серый. Вот именно на сером мы очень хорошо видим переливы каракульчи. Разве издали вы можете утверждать, что это не натуральный мех? Обещаю, мы проведем эксперименты, которые докажут, что если с натуральным мехом, Оленька, у нас часто случаются проблемы, его съедает моль, он выпадает, протирается, то эко-мех сегодня с добавлением натуральной шерсти позволит каждой женщине чувствовать себя защищенно. Как здорово смотрится эта шубка! Посмотри, пожалуйста, на наших моделей. Слушай, ты знаешь, вот сразу хочу выбрать правильный размер. Когда мы говорим о шубе, о верхней одежде, все-таки может быть на размерчик побольше? Я согласна с тобой, Оленька. Тем более, что в нашем меховом пальто внутри есть синтепон. Угу. Наше пальто защитит женщин в морозы до минус 15 градусов. Это та одежда, которую хочется надевать в межсезонье. На 3 сезона рассчитана наша зимняя королева. На Светлане 50-52. Сдвоенные размеры позволяют женщинам очень легко подобрать для себя тот размер, который они носят. Вот на Татьяне Бабуровой размер 52-54. Шубка-пальто сидит очень свободно в области бедер. У Танюши широкие бедрышки, поэтому смотрите, она вам демонстрирует свободу. Размер, который носит Таня, 50-52. На Татьяне пальто на размер больше, 52-54. Ну все, друзья, теперь вы получили рекомендацию по подбору размеров. Теперь нужно набрать номер телефона, чтобы побыстрее захватить свое меховое пальто под названием «Зимняя королева». Бренд Ларичи. Цена только сегодня 5999 рублей. Бесплатная доставка и сразу два подарка только в прямом эфире. Великолепная брошь и чудесный платочек, о котором мы сейчас совсем скоро вам еще раз расскажем. Свет, у меня вопрос по поводу меха. Вот у моей мамы есть натуральная шуба из каракульчи. Это искусственный мех. Расскажи про него, пожалуйста, как он создается? Да, с удовольствием. Ну, что я могу тебе сказать про мех? Он создается с добавлением натуральной шерсти. Сегодня это стало очень популярно, и многие женщины выбирают эко-меха. Экологически чистый состав, который позволяет не отличить. Вот это сходство с натуральным мехом делает наше меховое пальто очень
очень статусным. Мы видим тот же самый блеск, как у натурального меха. Технологи позволяют сегодня даже рисунок выбрать тот же, как на натуральных мехах. Поэтому никакого сомнения в том, что вашу шубку, меховое пальто спутают с натуральной каракульчой, никаких сомнений. Я надела на себя сейчас капюшон и могу вам точно сказать, обожаю капюшоны. И когда они есть в шубах или зимних пальто, это всегда очень удобно. Вот, например, сегодня утром я приехала на работу, сделав прическу уже дома. Шапку не наденешь, остаются следы. Как я выйду к вам в эфир с такими следами? Ну, а другое дело капюшон. Так же, как и Оленька, мы сохранили свою прическу. Она защищает нашу голову от непогоды. Слушай, мне тоже очень нравятся капюшоны. Для меня самый главный критерий, когда я подбираю для себя верхнюю одежду, чтобы был капюшон. Шапки я тоже не люблю. От них, да, след остается, прически портятся. И как-то постоянно я ее где-нибудь забываю. А ушки надо беречь. Вы знаете, ну, чтобы не простывать, естественно. Поэтому для меня вот этот вариант с капюшоном очень актуален. Если вы выбираете меха, если вы любите брендовые вещи, если вы любите подарки, звоните к нам прямо сейчас. 5999 рублей. Шуба, каракульча, прям как настоящая. Но я хочу сказать, что сегодня за 6000 мы с вами даже кардигана не купим. Давайте я покажу вам утеплитель, и мы вернемся на подиум. Угу. Кстати, можем присоединиться с Олей Грядуновой к нашим моделям. Итак, синтепон, тонкий слой синтепона. Синтепон сегодня является утеплителем легкого поколения, который очень популярен. Синтепон обладает легкостью, и из-за легкого волокна скручен. Волокна. Синтепон защитит вас до минус 15 градусов. Здорово. Меховое зимнее пальто «Зимняя королева». Само название говорит за себя, мы можем носить его «Еврозима». Это межсезонье, осень-зима и зима-весна. Да. Слушай, Свет, я еще вот хотела с тобой поделиться. Смотри, вот легкая шуба, правда? Вот когда мы выбираем натуральный мех, правильно, он тяжелый, как правило, а наша шуба, она легкая, но теплая. Минус 15 градусов выдержит. Размеры до 58-го. Цена только сегодня с максимальной скидкой для вас. И два подарка. Вот и наша прекрасная Танечка Бабурова прогулялась по улицам Москвы. И, между прочим, Таня говорила о том, что к ней подходили женщины и спрашивали: девушка, вы а где купили такую красоту? Все четыре цвета на подиуме. У нас разный рост, разные параметры. Но эта шуба одинаково стильно смотрится на каждой. Зимнее пальто, которое, кстати, я как стилист предлагаю дополнить шляпками. Ведь, между прочим, бренд Ларичи начали в 1997 году, организовали свой бренд как бренд по изготовлению головных уборов. И только лишь потом они расширили свое производство не только верхней, но и стильными коллекциями платьев и костюмов. Обожаю бренд Ларичи, но посмотри, каждая женщина становится элегантной дамой. Если вы хотите почувствовать себя элегантной женщиной, если вы любите выделяться из толпы, посмотрите на каждую из нас. Ну разве такую женщину можно пропустить? Да все будут оборачиваться на нас, и это прекрасно. Мы с вами звезды, при помощи бренда Ларичи, конечно. Кстати, это пальто можно стирать дома.